Друзья, всем привет! Вы на канале «Делай то, делай это». С вами Ким. И сегодня у нас в игре The Ants обновление. Обновление очень интересное. Разработчики не перестают нас удивлять. И это обновление связано с мутацией ваших оранжевых существ. Специальных муравьев. Где его можно наблюдать? Если мы зашли в игру, то в озере мутации при возможности что-то мутировать из спецмуравьев появляется вот такая иконка в виде вашего муравья с стрелочками вверх. Мы видим озеро мутации у нас, вот оно, и вот такую иконку. Давайте щелкнем, переходим на экран мутации спецмуравьев. Мы видим то, что здесь 12 атрибутов различных, которые можно открыть. Давайте начнем по порядку, и с самого начала я введу сначала вас в курс дела, и потом попробуем поэтапно открыть мутацию. Значит, мутация спецмуравьев будет открыта только тогда, когда королев достигает уровня 25. То есть у кого ниже, тот не сможет начать мутировать спецмуравьев. И также должно быть озеро мутации построено. Нажмите на озеро мутации, мутации для входа. И тогда вы попадаете, как я уже сказал, вот сюда на страничку. Слоты мутации разблокируются после того, как вы имеете спецмуравьи. Способности мутации определенного количества и уровня. В мутации спецмуравьев существует 12 способностей мутации. Как мы видим, способности мутации, предоставляемые слотами мутации, дают спецмуравью различные атрибуты бонусов, как я уже сказал. Атрибут бонуса применяется к очереди с мутировавшим спецмуравьем. Каждый слот мутации можно улучшить до 60 уровня. Качество слотов мутации делится на зеленые, синие, фиолетовые и оранжевые. Соответственно, качество повышается, поэтому от 1 до 19 уровня это зеленое, 20-34 уровень это синее, 35-49 уровень это фиолетовое, 50-60 уровень это оранжевое. Также в слот мутации можно поставить только оранжевого спецмуравья, ну типа битвы. Невозможно добавлять, сменять или улучшать способности мутации в том случае, если отряд со спецмуравьями у вас находится в походе. Также атрибуты боевых бонусов, даваемые способностями мутации, применяются ко всем сценариям, кроме дуэли спецмуравьев. Сила спецмуравьев может быть значительно увеличена после мутации. Это, конечно, очень круто. Каждый слот мутации открывается с начальным уровнем 1 и может быть улучшен путем потребления. Если мы нажмем на кнопку, мы видим то, что первый уровень вот, в превью разблокировки, мы можем его открыть, и мы разблокировали способность мутации охоты. И он уже у нас первого левела. И также мы можем его дальше улучшать путем употребления мутированных спор, экстраспор и оранжевых скорлуп. И атрибуты, приложенные к слоту мутации, увеличиваются после улучшения. То есть, если мы мутируем какого-то спецмуравья, например, то мы видим то, что он появляется в этой иконке. Можно сменить спецмуравья на любого другого. И так далее. Значит, максимальный уровень слота мутации это 60, как я сказал. Для повышения качества слотов мутации путем потребления мутированных спор и экстраспор должны быть выполнены определенные условия. Ну, способ получения экстраспор вы знаете, можно их получить через бриллианты в VIP-магазине, можете получить их через покупки наборов. Вот. Это что касается мутации спор. Дальше давайте попробуем открыть все, что у нас имеется здесь. Для того, чтобы открыть больше, давайте я вам покажу прогресс разблокировки. Вот мы видим, не разблокирован. Дальше следующее: необходимо иметь не менее 5 способностей мутации до уровня 20. То есть нам надо мутировать хотя бы несколько слотов. Так, улучшение мутации. Мы видим то, что для этого необходимо 500 спор, если мы хотим способность мутации охоты увеличить. Видите, она прибавит 0,3% по позиции. Способность мутации толстый кожух. Так, улучшение мутации мы видим также 500. Увеличивает защиту
очереди со спецмуравьем на 0,5%. Конечно, это круто. Каждый атрибут дает дополнительные очки. Дальше здесь атака, способность муравьев, атака, защита, здоровье. При обороне увеличит атаку и защиту на 0,4%. Ну и, соответственно, здоровье, да, как мы видим. Очень интересное нововведение. Если вы не знали, куда деть ваши споры, которые вы получаете за счет обмена, допустим, ваших муравьев, раскладывая на составляющие, и у вас появляется куча спор, и вы не знаете, куда их деть. Наконец-то решение было принято разработчиками, и эта головная боль теперь у вас отпадет. Вы теперь будете знать, куда их внести, и это мутация. Вот сюда вы можете заносить столько, сколько пожелаете при улучшении мутации. Давайте мы улучшим атаку, и мы увидим, что тратится предупреждение о том, что потратится 500 наших спор. Мы подтверждаем, мы получаем второй уровень. Теперь у нас уровень 2, 1%. И, соответственно, можно процедуру эту продолжить. Можно галочку тут поставить, не показывать сегодня. И провести это с каждым видом и атрибутом. Так, мы вылетели. Еще раз улучшение. Улучшаем до второго уровня. И здесь то же самое, улучшение. Так, получить больше материалов. Мы видим, что можно получить через покупки, получить путем разложения скорлупок, как я вам уже показал, и через вылупление спецмуравьев. То есть здесь вот бесплатно есть, вот мы видим, вылупили, получили споры, пошли, занесли в озеро мутации. То есть теперь у вас нету головной боли о том, куда девать споры по мутации. Все наглядно и подробно описано. Ребят, ну вот это нововведение здоровское, конечно. Всем желаю развития и бесконечного апгрейда. Ну а с вами был на канале Ким. Делай то, делай это. Кто не подписан, обязательно подпишись, лайкай видео, если оно зашло, комментируй обязательно. Ну и, соответственно, жми колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ну а всем пока, до скорого.